Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Джулия. И я сегодня хочу вас познакомить с моими бутербродами, которые были на день рождения моей дочери. Они ушли на ура, и мы не успели их попробовать. И вот сегодня готовлю я вновь, чтобы насладиться этими бутербродами. Для бутербродов мне понадобится мелко нарезанная колбаса, огурец, зубчик чеснока, твердый сыр. И все это великолепие я заправляю майонезом. Начинку я оставляю в сторону и нарезаю батон. Батон я буду обжаривать на сковородке в сливочном масле с двух сторон. Все, батон я обжарила, начинка готова. Теперь приступаю к намазыванию батона начинкой. Вот и все, бутерброды мои готовы. Я очень рада, что они произвели такое огромное впечатление на моих гостей, и всем очень понравилось. И я надеюсь, что вы, когда вы приготовите, вам тоже очень понравится. Я буду просто счастлива. На этом все, я с вами прощаюсь, до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и будьте здоровы и счастливы. И всего-всего вам хорошего.